как-то просматривая свежую прессу, разумеется, в интернете, я наткнулся на статью «Как попасть в список Forbes», она называлась. Я ее прочитал и понял, что никак один ответ там только может быть. Невозможно туда попасть простому человеку. А потом поисковые системы подсказали мне, что люди хотят попасть в очень разнообразные списки. В списки самых влиятельных людей, в списки приглашенных на разные мероприятия, в списки поступивших в ВУЗ, в списки выигравших в лотерею, в списки на получение субсидий, на получение квартир. Никто не хочет попасть только в черные списки. А список приглашенных, сопровождаемый каким-то, ну, таким очень внушительным подарком, это предмет вожделения многих. У меня мой начальник, он вхож в высшие сферы, скажем так, российской власти, и там существует такой негласный закон. Если тебя президент пригласил на прием, и ты на прием не явился, то ты можешь навсегда распрощаться со своей карьерой. Служба мероприятий очень строго следит за тем, чтобы приглашенные всегда являлись. Потому что если ты не явился, значит, ты президента не уважаешь, тебя больше никогда никуда не пригласят. Я подумал, что наша особенность, желание попасть в какой-то привилегированный список, она очень хорошо иллюстрирует то, о чем далее пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Он пишет о том, что христиане на самом деле внесены в список Божьих наследников. Давайте с вами прочитаем этот текст. Это послание к Ефесянам, 1 глава, с 11 по 14 стихи. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Итак, христиане внесены в список Божьих наследников. Что же мы можем об этом узнать? Павел пока нам не дает здесь подробного списка того, что нам на небе дадут. Об этом мы можем быть спокойны, мы об этом уже рассуждали и еще будем, если Бог позволит. Но пока мы должны остановиться на том, что Бог какую-нибудь ерунду нам там не предложит. Он всегда предложит что-то очень хорошее. Но Павел делает четыре очень важных сообщения о Божьем наследстве, которые должны интересовать каждого человека. Если мы хотим быть наследниками, может быть, богатых и влиятельных людей здесь, на земле, то что же говорить о Божьем наследстве? И первое сообщение повествует нам, информирует нас о способе избрания в число наследников. Как мы попали в число Божьих наследников, сообщает нам Павел. И снова отвечает: во Христе. Вообще христоцентричность Павловой веры поражает. Казалось бы, но уже Павел, начни о чем-нибудь новом нам писать и говорить. Почему ты снова возвращаешься ко Христу? В нем мы сделались наследниками, пишет он в 11 стихе. Наследство находится во Христе. Не в Будде, не в Мухаммеде, не в йоге, не в психологии, не в медитациях, не в проповедниках, не в церковных зданиях, но во Христе. И это на самом деле истина, о которой забывают очень многие современные люди, называющиеся христианами. Люди, которые называются христианами, не прочь почитать нынче гороскопы, сборники рунической магии какой-нибудь.
Причем явно воспринимают все это в качестве учебного пособия. Ну, мы же ездим в поездах, в автобусах, я вижу в метро, что читают люди. Большинство из них считают себя православными. Причем, если спросить их, там, почему вы это читаете, они говорят, ну надо же все в жизни знать. Ну хорошо, это очень благое желание знать все в жизни. И тогда их спрашиваешь, скажите, а вы знаете, например, молитву «Отче наш»? Нет, не знаю. А 10 заповедей? Нет, не знаю. А вот знаете, две самых больших заповеди, которые Христос заповедовал? Не знаю. Знаете ли вы Евангелие, как спастись? Не знаю. Вроде бы они говорят, все нужно знать, но на самом деле они не знают самого главного. Мы избраны в число наследников во Христе. Каким еще образом мы избраны в число наследников? По независимому, суверенному решению Бога. Посмотрите, 11 стих. По определению совершающего все, по изволению воли своей. Бог вправе решать, кто и на каких условиях войдет на небеса, и никто не может этого Божьего права опротестовать. Если бы сегодня кто-то сказал, Бог, может быть, по каким-то другим критериям давай будешь на небеса брать людей. Может быть, возьмешь только богатых, или только умных, или только красивых. А еще лучше, вообще без всяких условий. Одари своим наследством всех. Это будет и политкорректно, и модно, но Бог вправе решать. Мы сделались наследниками, посмотрите, по суверенному решению, по изволению воли его. Сегодня вообще это очень непопулярно, говорить о Божьем праве что-то решать. Сегодня в моде политкорректность, и Татьяна Толстая, даже известная писательница, иронизирует по этому поводу. Она говорит, что можно отдать на такую экспертизу произведений русских поэтов. Например, если поэт говорит, для вас, души моей царицы, красавицы для вас одних, то можно засудить этого поэта, потому что явно автор-мужчина прямо сообщает, что его текст не предназначается для уродов, старух, меньшинств, инвалидов. Доступ к тексту выборочный, это не демократично. Или дать задание школьникам сегодня подстать моде на политкорректность. Вот стихи о женщине, коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Можно ли считать это стихотворение политкорректным? И с одной стороны, вроде бы можно, потому что оно описывает женщину, преодолевшую стереотип чисто мужской или чисто женской профессии. А с другой стороны, это не политкорректно, потому что стихотворение описывает вмешательство в частную жизнь животного и нарушает закон о неприкосновенности чужого жилища. Все сегодня помешаны на политкорректности. Журналист из «Огонька» описывает нравы каннибалов, живущих в Новой Гвинее. Они едят людей. В 1961 году, совсем недавно, съели Майкла Рокфеллера, сына тогдашнего губернатора Нью-Йорка. А в 1770 году они съели 20 моряков капитана Кука. И вот что пишет журналист. Осматы, это вот племя, мужественные, бесстрашные воины, гордые люди, не покорившиеся завоевателям. Да, с точки зрения белого человека, они коварны, вероломны и кровожадны. Они не признают нашей морали и нашей жизни. И все же жаль, если цивилизация когда-нибудь уничтожит их самобытность. Убийство людей с точки зрения этого человека не что иное, как просто национальная самобытность. И вот тут впору кричать «караул» и упрекать Россию. Где же Москва златоглавая, где же золотые там купола, где же вера православная. Все идет в жертву политкорректности. И сегодня говорить о том, что только Бог вправе решать, кого спасать, сегодня это не модно, сразу раздадутся выкрики. Это неправильно, нельзя учитывать только Божье мнение.
нужно учитывать мнение остальных. Но хотим мы того или нет, по изволению Божьему совершается выбор в число наследников. Да, мы, как протестанты, всегда были против религиозных гонений, и мы выступаем за свободу совести. Это означает, что человека нельзя принуждать к какому-либо верованию, принуждать его силой. Но это не означает, что есть несколько путей. Если мы не принуждаем человека стать христианином, это вовсе не означает, что есть какие-то другие способы. Представьте себе, врач, который должен сделать операцию больному, больному, чтобы спасти его от гангрены, например, нужно ампутировать ногу. Врач всегда должен получить разрешение у больного на такую операцию. Но когда врач спрашивает разрешение, это вовсе не означает, что есть какие-то другие способы, что гангрена, может быть, она и сама как-то рассосется. Вот мы спрашиваем разрешение удалить ногу, значит, ампутировать ее. А есть много других способов, с бубном вокруг поплясать, поплевать на нее, перекрестить и так далее. Нет. Когда врач спрашивает разрешение, он просто хочет убедиться в добровольности вот этого шага. Поэтому Писание говорит нам, если вы хотите быть избранными в число Божьих наследников, если хотите получить это наследство на небесах, то веруйте во Христа и противостойте этому религиозному плюрализму, когда можно верить так, а можно по-другому. Мы обязаны верить так, как повелел Бог, по своему суверенному решению. Ну, давайте перейдем ко второму сообщению о нашем наследстве. Второе сообщение информирует нас о цели избрания в число наследников. И это цель Божья слава. Мы сделались наследниками, посмотрите в 12 стих, дабы послужить похвале славы Его. Не стоит здесь думать, будто бы Бог говорит кому-то: знаете, ребята, я вам заплачу хорошенько, а вы уж меня прославьте. Вот, будете меня прославлять, дам вам наследство. Не будете прославлять, не видать вам наследства, как своих ушей. Совершенно не так. Слава Божия — это не комплименты наши, которые мы отвешиваем Богу. Здесь апостол Павел оперирует еврейской концепцией шехины, славы Божьей. Слава Божья — это не хор, который поет Осанну, такому деспоту самовлюбленному. Слава Божья — это его сила, это суть бытия Божьего. В третьей книге Царств написано: не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм. Жив я, и славы Господней полна вся земля, говорит Господь. Слава Божья – это Божье мироустройство. Оно лучше, чем вот этот эксперимент сатаны, который, собственно, испортил мир по своему вкусу. Сатана ведь не может ничего создать своего, он может только извратить Божье творение. Человек создан по образу Божьему. И когда вы смотрите на алкоголика, валяющегося под забором, вы должны увидеть, как издевается сатана над образом Божьим. И это образ Божий, который извращен. А Божье мироустройство – это жизнь поистине. И вот некоторые думают, в частности, Тургенев, у него было такое размышление, он говорит, что истина на самом деле никого не способна сделать счастливым. Действительно, представьте себе, идет молодой человек по улице, лучится от счастья, улыбается, смеется. И его спрашивают: ты почему радостный такой? Он говорит: вы знаете, я сегодня узнал, что угол падения равен углу отражения. Или я узнал, что дважды два – четыре. Я вообще так счастлив от этого. С одной стороны, Тургенев прав, но он размышляет не об истине. Слава Божья – это когда все правильно. Это Божье мироустройство, которое вступает в конфликт с греховным миром. Когда будет исправлено всякое несовершенство. И на самом деле, вот такого мира я очень хочу. Не знаю, как вы, но я хочу, чтобы такой мир скорее наступил. Когда я работал совсем недолго
преподавателем музыки, я мечтал о таком инструменте, который сам бы исправлял ученика. Вот играет ученик неправильно, раз у него перестало клавиши играть. Или трубит он в трубу неправильно, а звук не извлекается. Например, он не дышит, как нужно, диафрагмой, тогда раз и не играет. Мы желали бы, чтобы был какой-нибудь такой умный автомобиль, который избежал аварии бы сам. Или кто-нибудь подсказал бы нам, когда наступит кризис. Или кто-нибудь бы предупредил нас о болезни, чтобы все наши ошибки исправлялись автоматически. А на самом деле, вот такой мир наступает, это мир славы Божьей. Когда слава Божия, когда правда Божия, когда Его мироустройство работает. И мы стали наследниками вот этого мироустройства. Нас ждет на небесах вот такой мир. Это чудесно. Бальмонт сетовал на то, что здесь вежливо холодно к бесу и Богу, и путь по земным направляют звездам. Молю тебя, Вышний, построй мне дорогу, чтоб быть мне хоть мертвым в желаемом там. Поэтому, если вы стали наследниками, распространяйте похвалу славы Божьей, вот этого Божьего мироустройства. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Давайте перейдем к третьему признаку наследника, к третьему сообщению, которое информирует нас о признаках наследника. Вот кто наследник, кому Бог даст наследство? По каким признакам узнать наследника Божьего? Это многих пасторов вопрос занимает, как узнать, по-настоящему уверовал человек или нет. А узнать, оказывается, просто. Признак наследника – это упование на Христа. В 12 стихе Павел пишет: «Нам, которые ранее уповали на Христа». Буквально по-гречески это одно слово – «предуповали». Именно такая же конструкция, кстати, употребляется, когда говорится о том, что мы были предизбраны. То есть Бог знал наше упование от создания мира. Именно поэтому Он избрал тех, кто уповал на Христа. Но самое главное – это христоцентричность нашей веры. Если ты не уповаешь на Христа, то ты не наследник Божий. Тебе нечего делать на небесах. На небесах тебе будет очень скучно. Потому что там нет религии, там Христос. Я часто замечал, что христиане на земле ищут, ну чего они ищут? Они ищут удобной и понятной церкви. Вот они говорят: я, почему ты не христианин? Да мне церковь не нравится. Я вот ищу свою церковь. Вот найду ее, тогда буду христианином настоящим. Люди ищут не беседы с Христом, а медитации, которая бы помогла им, сделала бы их чище. Павел Тильник, отвечая на вопрос, молитесь ли вы, он говорил: нет, я не молюсь, я медитирую. В православных странах еще хуже. Быть православным значит быть русским, болгарином, сербом, румыном или греком. Даже православный священник Григорий Федотов говорил: слишком много приходит в церковь эстетов и инвалидов, жаждущих Византии, а не Христа. Многие ищут церковных преданий и традиций. И когда придет Антихрист, Соловьев в повести об Антихристе об этом говорит, он сохранит все церковные традиции. Он скажет: давайте мы все, вот как у вас принято в церкви, все вот так и будет. Только, конечно, поклоняйтесь мне. И очень многие согласятся, потому что для них традиции дороже, чем Христос. Важно, чтобы вот такой был церковный уклад. И, кстати, всегда легко узнать человека, который по-настоящему Божий наследник. Он уповает на Христа. Для него Христос – это единственное упование. Больше никого, больше никаких других упований, никакой другой надежды, только Христос. Пусть упование на Христа станет вашим единственным упованием. Кстати,
Но мне как пастору приходится проводить собеседование с людьми, которые хотят принять крещение. И вот знаете, наслушаешься всякого. Ну, обычно задаешь какой вопрос. Ну так, учили нас там. Надо там пугают пастырь. Вот если ты умрешь, где ты будешь? Ну, правильный ответ — в раю. Значит, все знают правильный ответ. А вот вопрос «почему» вызывает, ну, прям-таки, совершенно разные ответы. Почему ты будешь в раю? Почему Бог тебя должен к себе взять? Ну, почему? Потому что я же покаялся. Ответ неверный. Почему? Ну, я же читаю Библию. Я вот теперь верующий. Я в церковь пришел. И свидетельства-то рассказывают как. Я уже много лет не слышал нормального христианского свидетельства. Выходит человек, начинает мямлить. Я был наркоманом, я был там плохим, я был преступником. Вот. Потом я пришел в церковь, я увидел, какие все здесь хорошие. Как, в общем-то, все замечательно. И за меня помолились. И вот теперь я не наркоман, и теперь я вообще хороший человек. И вот бабушки так любят кивать и говорят: слава Богу. А какой, какая слава Богу? Надо тут крикнуть: слава нам, любимым. Потому что мы же сделали этого человека таким, судя по свидетельству. Нет ни одного слова о том, что человек увидел себя греховным перед Богом. Нет ни одного слова о том, что только Христос вот стал его единственным спасителем. Вообще, когда ты спрашиваешь человека, почему ты спасен, если ответ начинается со слов «потому что я что-то сделал», это означает, что человек просто не понял Евангелие. Почему ты спасен? Да только потому, что Христос умер за меня. Другой причины нет. И когда человек говорит: потому что я уверовал, потому что я туда пришел, потому что я перестал быть наркоманом, потому что я теперь вообще в самой лучшей и самой святой церкви, гонимый, идущий истинным путем освящения, или наоборот, в церкви, которая изобилует полнотой духовных даров, да чушь, Павел говорит, нам, которые уповали на Христа, нет другой причины, почему мы в списке Божьих наследников. Мы уповаем на Христа. Ну и, наконец, четвертое сообщение. Четвертое сообщение информирует нас о гарантии нашего наследства, о Духе Святого. Посмотрите, как пишет об этом Павел. Мы получили Духа Святого, когда услышали Слово Божье и уверовали в Евангелие. Так написано. И вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Запечатаны Святым Духом. Когда отправляли в древности там, мешок, корзину или пакет, запечатали печатью с указанием отправителя и адресата. Кто запечатлен Духом Святым, тот принадлежит Богу. И вот здесь используется, Павел использует греческое слово «арабон», которое означает буквально «аванс». То есть Дух Святой как аванс, предоплата. У нас есть Дух Святой, который доказывает, что наследство у нас будет обязательно. Мы получили слово вот этого Духа Святого, когда услышали Слово Божие и уверовали в Евангелие. Другого времени нет. Нет второго благословения, как некоторые учат, что сначала ты получаешь немного Духа Святого, а потом приходит время, ты как-нибудь помолишься, на тебя возложат руки, и ты получишь полноту Духа Святого. Даже в одной церкви я слышал, две девочки переговариваются, одна другой говорит: ну что, Духа Святого сегодня будут давать или нет? Как будто о колбасе речь идет, честное слово. Дух Святой — это личность. Писание говорит, что не мерою дает Бог Духа. Вот ты услышал Слово Божие и запечатлен им. Все другого, второго исполнения Духом, второго благословения, которое часто называют крещением Духом, ошибочно, не бывает. Мы получили Духа Святого для того, чтобы стать свободными от других хозяев.
Посмотрите, 14 стих об этом говорит. «Который есть залог наследия нашего для искупления удела его». Это не совсем понятно, может быть, по-русски. Но Павел пишет, вот есть удел, ну, то есть как бы земляной участок. Ну, это вот мы, как это земляной участок. Мы принадлежали как-то сатане, греху, а Бог вот нас выкупил, и Дух Святой залог того, что вот Бог теперь нас выкупил. У нас теперь другой хозяин. Дух Святой освобождает от рабства, оккультизма и астрологии. Вот мы были в рабстве этих хозяев. Дух Святой освобождает рабов греха и похоти. В общем, многие вот в этих узах, у этих хозяев находятся в плену. Без Духа Святого человек, кстати, и прийти ко Христу не может. Он раб похоти. Я помню, беседовал с молодым человеком. Вот на философском уровне он все понимал. Он понимал жертву Христа, понимал, что надо быть верующим. Он говорит, но все равно я не приду к Христу, потому что тогда мне с женщинами придется порвать, значит, отношения. Поэтому к Богу его вот не пускала не голова, а какие-то другие части тела. Но Дух Святой дает свободу от этих грехов. Дух Святой освобождает рабов смерти. Он преображает нас. Дух Святой через проповедь слова, подобную лекарству, исцеляет нас, восстанавливает поврежденную грехом природу. И, конечно же, мы получили Духа Святого для славы Божьей, который есть залог наследия нашего, опять же, похвалу славы Его, чтобы показать преимущество Божьего мироустройства. Ведь церковь должна быть образцом для мира. Я думаю, да, церковь должна быть такой, на которую человек посмотрит и скажет, я хочу жить так же, как они. Я хочу жить так же. Чаще всего на нас, конечно, посмотришь и хочется убежать. Есть же история про то, как два неверующих шли мимо дома молитвы, услышали пение, и один другому говорит, давай заглянем в окошко, узнаем, что они там делают, эти верующие. Ну, окошко высоко, не залезешь. Тогда один встал другому на плечи, смотрел, смотрел долго, потом слез. Тот, который внизу был, спрашивает его, ну, что они там делают? Говорит, слушай, я вообще не знаю, что они там делают, не понял, но видно, им это жутко не нравится. По лицам это видно очень часто. Ну, больно. Молиться это очень больно. Я вот смотрел долгое время на молящихся. Я помню первый свой приход в церкви. Вот чисто по эстетическим соображениям удержался. Вот сестра одна понравилась, с нее можно было икону писать. Ну, вот хоть одна тут верующая есть. Она, правда, такая, как Дева Мария на иконах. Я помню, издали альбом вот улыбающихся христиан. Даже неверующий один чиновник посмотрел и сказал, вот такие должны быть верующие. Чего они все с постными лицами? Почему, говорит, у вас Христос-то на иконах не улыбчивый такой? Любовь должна быть нелицемерной, способность утешать. Дух Святой, похвала славы Ему. Мы, конечно, часто являем собой нищету бесславия Божьего вместо богатства славы. Дух Святой гарантирует наше спасение и наследство на небесах. Поэтому стяжайте Духа Святого, исполняйтесь Духом Святым, приближайтесь к Духу Святому, подчиняйтесь Ему, читайте Писание, веруйте, молитесь, чтобы победить грех. Старайтесь быть образцом для того, чтобы прославлялся Бог через вас. Итак, дорожите Божьим наследством. К этому призывает нас апостол Павел. Мы говорили, что если вы хотите получить наследство на небесах, веруйте в Христа, противостойте этому религиозному плюрализму. Мы говорили, что если вы стали наследниками, то распространяйте похвалу славы Божьей. Пусть упование на Христа станет единственным вашим упованием. И пусть Дух Святой станет гарантией вашего спасения и наследства на небесах. Стяжайте Духа Святого.
Читайте, молитесь, старайтесь быть образцом, и Бог благословит вас. А нам часто сложно все это делать, потому что у нас масса проблем, тело наше, обстоятельства наши. Мы должны помнить, что все это время, наследство настоящее на небесах. Пусть поможет нам Бог на это уповать. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.